Всем привет, ребят. Ну что, побегал я, помучился где-то минут 40 составом, решил все-таки сменить немножко состав. Не хватает мне разгона, пришлось все-таки брать сюда купидона, ставить вот такого вот, ставить ему четвертую ремку, потому что он у нас в самом начале получается и дает баф раньше, чем все мои герои выбегают, поэтому мне это немножко не комфортно. Вот, поэтому мы решили вот такой вот составчик поюзать. Попробуем сейчас таким составом, что у меня получится, не знаю. Так, Ронин появился. Пропал. Оттягиваем по максималке. Блин, ледяху слили. Но это не беда еще. Так, ну-ну-ну-ну. Ронинов, Ронинов, Ронинов. Выбираем Ронинов, Анубисов. Угу. Фигушки, видите, замедляхи нет. И у нас уже проблемка. Нету у меня ангела, нету отхила. Но ничего с этим не поделаешь. Пробуем пока так. Тритон, конечно, шатает всех, а под Купидоном все намного проще стало, но нету у нас отхила. А уберем, например, снайпера, у меня не будет смотрителя. А смотритель мне очень тоже хорошо помогает. Либо так плохо, либо так плохо. Так, ну вроде все попали в щит. Стараюсь по максимуму щит оттаскивать, потому что... Ну-н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 у. 40. 41. Блин, видите, чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть. 41%. Пробуем дальше. Нету отхила, конечно, но у меня есть питомцы для этого, но все равно они не настолько кайфовые, как, например, тот же самый ангел. Убрать снайпера можно попробовать, но тогда он у нас не будет по урону никого такого интересного. В общем, и так плохо, и так плохо. Ну, как видите, 40% есть, то есть нужен просто удачный заход. Конечно, меня тут очень тормозят тотемы, но тут ничего не поделаешь. Немножко я затормозил с магией. Не успел. Сейчас нас тут, возможно, сольют. А, видите, без вариантов. Ну, с купидончиком, конечно, попроще все, но опять же, маловато, маловато этого. Так, ну вроде все попали. Самое главное, вот видите, тотемы Арктики очень много бафа снимают и все. Не попали в кулдаун. Нас просто ушатали Ронины. Хочется уже на 7-10 потрошевать тритоном, посмотреть на него. Что он там сможет показать. Но пока, как видите, немножко я застрял. Ну а как это застрял? Это не наживешь. Застрял 40 минут на подземку. Это... Тем более 7-9, это еще не показатель. Так. Опять оттащил. Ну, блин, деда мах. Ну, 35. 37. Блин, ну опять в центр побежали. Видите, там тотем Ары есть, и он как раз активируется не тогда, когда мне надо. И снимает, блокирует полностью все, и отчаянно у нас происходит все.
Ну, 42% было. Опять оттянул щит по максимуму. Блин, и каким образом тыква успела слиться? Ну что это такое? Обидно. Смотрите, какой заход был. Кайфовый. Ну, то есть вариант оттягивает, потому что только с меня снимают бафы, у меня нету щита, все. Это картонные герои. Хотя тут даже герои с эволюцией просто сливаются, поэтому... Что говорить о гарнизоне? Медузу не законтачили, медуза нас законтачила. Можно, конечно, попробовать с тыковки стартануть, но она не доживает столько. Не знаю, как вариант, можно попробовать. Давайте сейчас попробуем так. Хотя нет, я оттягиваю щит, мне стыковки стартовать вообще беспонтово. Вот опять же, не успевают разогнаться и все. Уроним. Такс. Успел. Блин, сейчас Насторонин там сзади просто перебьет, наверное, а может и нет. Так, 28% тыковка, ну... Блин, бочка не туда побежала. Все, ледяха, видите? А хороший заходик был. Опять же, добегаем, тотем... Получается, ара блокирует всех, снимает бафы и просто в ауте все. Печально. Думаю, шансы есть. Я бывал на основе, не набивал столько, сколько здесь процентов. Там по 20, по 32%. Стабильно 30%. Думаю, должны сейчас затащить таким составом. Блин, уже магию оттащил как только мог. Видите, там, блин, ронины. 28, 20... Ага, да. Просто нас вынесли. Башни, видите, не хватает от хила. Я даже не знаю, что делать. Попробовать, может, без смотрителя. Это да, снайпер. Ладно, еще попробуем так. Может, повезет. Тритона слили. Ну, без тритона мы тут нифига не сделаем. У нас просто сейчас любой герой, видите, то, о чем я говорил. Ну, тут ледяха нужен, тритон нужен, тыква для разгона, бочка для того, чтобы танчить. Ну, снайпер под вопросом. Снайпер у нас такое звено, но он тоже дамага много наносит.
Ну, не знаю, пробуем пока так. Ангела, получается, у нас не хватает от хила. Пока магия, мы все равно будем жить. Ну, еще вариант оттягивать магию по максимуму. Не будете оттягивать магию. Вот видите. Так, тотемы, тотемы, что с вами делать? Плюс смотритель помогает очень хорошо анубисов сливать. Вот без смотрителя анубисов мы так просто не сольем. Вот посмотрите, уже по максимуму пооттаскивал все. Не знаю уже, что делать. 32%, 35%, ну, 36% и все. Вот опять тотем с арой, и мы просто отдыхаем. А нету ангела, нету подхила, видите, тоже. Проблема у нас получается. Ну что, возвращаем, наверное, ангела, ну хотя тогда... Ладно, еще так побегаем. Я думаю, должны где-то мы затащить. Чуть-чуть надо больше. Возможно, оттянуть. Сейчас попробую. Ну, все живы. Блин, опять этот тотем с арой. Как же он меня бесит уже, ну. Реально, этот тотем все полностью портит. Не было бы тотема с арой, там была бы какая-то, не знаю, что-то другое. Он, получается, все снимает. Блин, бери сюда вальку вместо купидона. И опять же, валька должна... еще сработать вовремя. Сейчас буду пробовать по максимуму оттягивать. Видите, ронинов сливаю, анубисов просто тупо не успеваю к ним добежать, бафы сливаются. Да, малышник успел ударить первым, немножко затянул. Ну, ну тритон, ты бить будешь вообще или нет? 41, 42, 45, 47. Блять.
Ну скажите, что это не подстава. 47%, ребята, это жесть просто. Это вон реально. Издеваются уже как могут. Ну, я уже не знаю просто, что тут уже добавлять. Ну, Ронинов, кто убивать будет, блин, Купидон. 41, 42, 40... Блядь, 46. Это жесть, ребят. Это жесть. Какой-то там доли секунды не хватает того бафа, чтобы просто добить. Да, блин, не влезли в баф-то, вы гоните. Какого фига вы там стояли все? Это реально, это жестко. Ну давайте, 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 разгон. Давай, шатай. Блин, этот ара меня уже кумарит. 40, 41, 42, 40... Есть! Есть, ребят. Мы это сделали. 7-9 гарнизонами затащили. Чуть-чуть нам не хватило, конечно. Но вы видите, тут тотемов очень много. Но мы это сделали. С вас, ребят, по лайку. Пишите комменты, подписывайтесь. Ну, это просто огонь состав. Всем удачи, всем пока.